Посмотрим. Давай что-нибудь сделаем. Это Кастет Хаус. Вон там, наверху, в дирижабле, ты найдешь улучшальную скамью. Посмотрим.
пора проторить собственный путь. Видишь этот резинохлом? С ним твоя жизнь станет более упругой. Застава Урфидурф. Племя Джагни считало ее своей навеки. Посмотрим. А вот и тиран, который управляет этой заставой. Говорит, не ожидал, что его племя проиграет, ведь они безжалостны. Однако теперь, узнав, что ты заодно с их соперником, он понимает, как так вышло. Он никогда не перестанет бороться за свои идеалы. Ни за что. Он будет биться до конца. Это последний рубеж обороны. Когда падет их страж, они сдадутся. Застава принадлежит твоему племени. Он говорит, что благодаря тебе они стали слабее, но пока не сдаются. Твой Шифу тебе благодарен. Твое племя становится сильнее. Думает, что ты молодчина, и с захватом третьей заставы соперников очень здорово вышло. Теперь враг ослаблен, можно напасть на их форт. Они все надеются, что ты приведешь их к миру.
Это форт племени Джагни. Их дружба бывает и в радость, и в тягость. Тебе решать. Они считают так. Либо ты помогаешь им решить проблему с войной племен, либо создаешь проблемы. Посмотрим. Только тебя и ждут. Захвати этот форт, и это поможет установить мир между племенами. Придется поднапрячься. Захватить форт племени будет куда сложнее, чем заставу. Они установили у форта штурмбашню, чтобы помочь тебе перебраться через стену. Но сперва тебе нужно запустить рулевую рубку. Говорит, что теперь не придется стучать, чтобы тебя впустили. Пришла пора освободить племя соперников. Постарайся минимизировать ущерб, пока будешь пробиваться к их шифу. Чтобы обрести подлинную свободу, тебе нужно объединить племена, а также спасти древо жизни. Это разжигатель. Сухотравье легко вспыхнет. Высеки искру, и из нее разгорится пламя. Ярче тысячи солнц. Thank you.
твоя история. Береги ее. Вон там фейерстойка. Давай, раскочегарь ее. Отличный удар. Осадный таран – отличный способ пробиться через ворота. Спорим, тебе стоит постучаться, дверка и откроется. С ума сойти! Племя Джагни хочет стать вездесущим и, что важнее всего, грозным. Они надеются одолеть племена, ибо единственный способ гарантировать мир – это высшая власть. Он не ожидал, что все так обернется. Трудно будет отговорить тебя от драки. Говорит, что никогда не сдастся из-за пустых угроз. Говорит, что угрозами ты ничего не добьешься. Придется повоевать. Соперник Шифу повержен, и судьба его племени в твоих руках. Ты можешь решить их судьбу, но ответственность за свой выбор будешь нести ты, и только ты. Он предоставит решать судьбу Шифу соперника тебе, но предлагает проявить милосердие. Делай добро, и воздастся тебе добром. Полагает, что предложить другим поддержку, если понимаешь, что они в ней нуждаются, хорошее дело. И вот так ты сплетаешь свою судьбу к добру или к худу. Переплести ее невозможно. Они встанут плечом к плечу и помогут восстановить стабильность и порядок. Тебе нужно захватить заставы соперника и ослабить их племя так, чтобы бросить вызов Шифу противника в его крепости.
Твой Шифу доволен. Ты еще на шаг ближе к объединению племен. Жаль, что нам пришлось применить силу, чтобы убедить их. Но его все еще беспокоит судьба мира. Ты не можешь проиграть эту войну. Если концовка окажется неверной, значит, все усилия были напрасны. Но верная концовка ведет к финалу. Он говорит, что с момента вашей первой встречи твои силы возросли. Ты знаешь лучше, чем кто бы то ни было, что судьба мира еще не решена окончательно. Тебе нужен мир, где каждый будет отвечать только перед своей совестью. Судьба мира зависит от победы добра. Древо жизни все еще живо, и только ты можешь сделать так, чтобы оно не погибло в конце концов. Это посох Джагни. Впереди будут места и похуже. С тобой шутки плохи. Этот короб раньше болтался за чучухом, а теперь он стоит на запасном пути. Гизмо никогда не отвернется от тебя. Прощается с тобой. Седло надо встроить смягчитель удар. Это редкое зрелище. Дорожи им. Живая природа балансирует на грани исчезновения, как и мы все. Снова мясоед.
Похоже, он никак не насытится. Если ты не вмешаешься, к Нозлу придет конец. Горячий металл! Это Ярь-поля, где эхо твоих действий раздается громче, чем где-либо. Кроме, конечно, тех мест, где это не так. Это чертог надежды. Кое-кто раньше ходил сюда раз в неделю подержаться за руки и понадеяться. Теперь-то уж надежды почти не осталось. Каждый день у тебя есть шанс исполнить свое предназначение. Середина жизненного пути. Живо, живо! Это личное. Настроение отличное, хотя все решили, что это труп. Говорит, что, по слухам,
Тебе не чуждо сострадание, и ты помогаешь нуждающимся. Просит тебя поступить по совести. Отчет за любые свои действия ты будешь давать только себе. Благодарит за твой выбор. Нельзя себя чувствовать хорошо, пока ты не делаешь хорошо другим. Свет разгоняет тьму! Сколько света тебе надо на самом деле? Весь свет! Весь! В смысле, немного тьмы не повредит. Это тихое место, где можно отдохнуть и прийти в себя, когда день сменяется ночью и наоборот. О, нет! Дождь! Ты только погляди на эти залежи металлохлома. День – лучшее время, чтобы делать дела. Thank you.
Иногда разум создает иллюзию, в которой можно вернуться назад во времени, чтобы вновь пережить какой-то момент. Все мы мечтаем, чтобы какие-то события из нашего прошлого не случались никогда. Но некоторые помнят то, чего и вовсе не было. Однако нет никаких сомнений в том, что твои воспоминания влияют на твое будущее. Выбери функции автоматона, которые ты хочешь вспомнить. Мне все было интересно. Когда же ты вспомнишь, как запустить планер автоматона? Вот это поход выходит. Вот и оно, древо жизни, воплощение идеи общего для всех происхождения. Его ветви — это нынешние виды, уже увядшие представляют наследие ушедших. Когда-то могучие ветви древа сами были юными побегами, воплощая связь прошлого, настоящего и будущего. Точный образ всех вымерших и ныне живущих видов во всем их вечном разнообразии и восхитительном хитросплетении. Мы — результат эволюции тех, кто жил до нас. Из этого пластихлома можно сделать что-нибудь глянцевое. Из древохлома можно наделать кучу всяких чудесных штук. Посмотрим.
Это место хорошо скрыто от глаз. Оно просто под тем, что над. Здесь внизу чувствуешь себя одновременно под защитой и в ловушке. Уже Скиз говорит, приятно видеть такой мощный прогресс, однако еще очень многое нужно сделать. Конец света по-прежнему у всех на устах. Благодаря тебе протарена дорога, на которой ты в силах всех спасти или всех уничтожить. Вопрос, что ты будешь делать с этой ответственностью? Он ощущает, что твое сердце бьется ровно и признает, что лучший способ найти себя – это потерять себя на службе обществу. Думает, что важно всегда помнить, кто ты и откуда пришел. А тот, кто не знает своей истории и происхождения, подобен дереву без корней. Сейчас, как никогда, важно прочно стоять на земле. В конце концов, мы все разделим судьбу древа. Уже Скиз говорит, что всему свое время, и теперь нет смысла размышлять о прошлом, ибо оно прошло. Предлагает подумать о настоящем, потому что именно в нем ты находишься. Пора бы понять свои приоритеты и подвести итоги. Если продолжишь делать добро, оно вернется к тебе сторицей. Если мир действительно рухнет, бежать будет некуда. Так что он приготовился к худшему. Есть нечто, что он зовет ковчегом. Он надеется, что ты не ошибаешься. Он согласен, что твое странствие еще не окончено, но сам он хочет, чтобы древо выжило. Уже Скиз говорит, что никто не знает, какая именно цепь событий изменила ход истории и поставила мир на колени. Он нашел на ковчеге документы, записи переломного времени, описывающие долгие десятилетия заражения, которое в конце концов отравило Землю и повредило внутреннее ядро планеты. Со временем заражение исказило то, что мы теперь называем энергией Ци, жизненную силу, которая течет во всех сущностях, как живущих, так и неодушевленных. Если верить рассказам, Мор затронул жизнь на генетическом уровне и перевернул представление о норме с ног на голову. Гибели избежали только те, кто изменился, доказав таким образом реальность выживания и обновления. Он понимает, почему тебя так интересует корабль у подножия древа. По его словам, корабль этот всплыл, когда нефть поднялась и пробилась сквозь землю. Ковчег существовал еще до стародавних времен. Он много лет изучал инструкции, найденные внутри, и теперь полагает, что выяснил, как управлять кораблем. На ковчеге есть место еще для четверых, и он надеется, что ты призовешь на помощь всю свою мудрость и сострадание и выберешь тех, кто спасется, если настанет конец времен. Он придержит места. Ты можешь пригласить до 4 друзей, и они взойдут на ковчег вместе с тобой в случае катаклизма.
Явофо, лолла, нофо, фар, кубе мако ту фар, ти таба. Уже Скис говорит, что если верить слухам, скучать тебе не приходилось. Он говорит, что очень ценит твой вклад. Но, к сожалению, ему пришло срочное сообщение с юго-востока от его друга Гупа. Уже Скис говорит, что хотя он не вполне понимает твои намерения, он все же надеется, что ты поддержишь Гупа. Он говорит, что укажет тебе нужное направление, но найти Гупа и убедиться, что у него есть все необходимое, уже твое дело. Так звучит неминуемая беда. Предчувствия уже Скиса насчет неизбежной катастрофы верны. А со свинофырком нужно разобраться. Уже Скис говорит, что Губ волнуется, потому что юго-восточный мироед в последнее время особенно активен. Он поясняет, что Губ работает над судном для передвижения по слизи, которое довезет до мироеда, но ему нужна помощь. Уже Скис предлагает тебе как можно скорее отправиться на юго-восток и выяснить, чем ты можешь помочь. Он хочет знать, что у тебя на уме. Полностью тебя понимает. Посмотрим.
Мир проснулся. Шапариум. Не осталось ли внутри чего-нибудь? Отличный выстрел. Настроение отличное, хотя все решили, что это труп. Говорит, что, по слухам, тебе не чуждо сострадание, и ты помогаешь нуждающимся. Просит тебя поступить по совести. Благодарит за твой выбор. Нельзя себя чувствовать хорошо, пока ты не делаешь хорошо другим. Свет воссиял! Это не то слово, которое мне кажется подходящим. Верно. Не лучше, а лучше всех. Хуже тебя никого нет. Я хуже всех умею быть худшим. То есть я лучше всех. Сдается мне, что нужно выставить рукоятки ровненько, чтобы эта штуковина смогла загрузить свою программу. Пора отправляться на поиски приключений. Что найдешь, то твое. Это подводная станция. Тут плавает гуп. На этой доске куча объявлений, которые имели смысл давным-давно, когда гладь была гораздо чище. Интересно, что их раньше волновало, и есть ли в чем-то из этого смысл сейчас?
стародавние времена здесь был порт для лодок, которые плавали под гладью. Они тоже постарались, чтобы вся гладь стала слизью. Они производили много гринов, и это все, что их заботило. Здесь тоже можно найти след. Нужно только держать ушки на макушке. Сегодня просто ужасно солнечно. Посмотрим. Лангу, а ты того? Ты я тупо выела, малюбитный. Бульглиш не самый легкий язык, но кажется, он говорит, что рад видеть дружелюбное лицо. В наши дни их не так уж много. Говорит, что рад снова тебя видеть. Его зовут Губ. Может быть, ты помнишь его со стародавних времен, когда он пытался научить тебя плавать? Губ говорит, что правда — это то, что больше всего ценилось тобой в детстве, и он все еще чувствует это даже на расстоянии. Губ говорит, что воспоминания тускнеют на удивление быстро. Мы все храним в памяти какие-то кусочки событий, и только вместе можем восстановить историю такой, какой она была. Он знает, что его так просто не забудешь, поскольку других таких двинутых просто нет. Он единственный в своем роде. Губ говорит, что наша память хранит воспоминания и защищает их, пока мы не будем готовы встретиться с ними снова. Он понимает, что ты здесь для того, чтобы встретиться лицом к лицу с Люпус Люпином. Это твоя судьба, которая была предопределена много лет назад. Он говорит, что та катастрофа не уничтожила все доброе в тебе. Добро остается, и оно такое же яркое, как в детстве. Теперь настало время вспомнить все и действовать. Твоя жизнь — это твоя жизнь, а не история, которую тебе о ней рассказывают. Он думает, что это правильно. Только прощение поможет тебе обрести покой. Иди к свету! Не торопись. Куда ты так спешишь? Если то, чего ты хочешь, прямо перед тобой, зачем ждать? А как же осторожность? Полный вперед! Говорит, что жизнь на слизи полна возможностей. Для тебя открыты все пути, хотя одни, конечно, сложнее, чем другие. Какой ты выберешь? Лучше держаться поближе к берегу, где слизь не так глубока. Это все равно, что быть рядом с друзьями, которые могут помочь, когда что-то идет не так. Поверить не может, что мир все. Думает, а что же будет со слизью? Благодарит тебя за попытки расслизить воду. Думает, что вы с Мириад идеально подходите друг другу. И ты, и они, словно солнечный свет на воде. Утверждает, что он этого не говорил вслух. Но вернемся к нашей слизи. Признает, что вчерашний день уже позади. В будущее тебя поведет только то, что ты совершишь сегодня и завтра. Забудь о прошлом, по крайней мере, пока. Он не может покинуть подводную станцию, поскольку изоляция его скафандра пострадала из-за загрязнения.
придется тебе набрать хлома, чтобы починить слизисерф. Начни со старого хломбокса, который валяется снаружи. Вернись, как только добудешь хлом. Нельзя терять времени, если хочешь, чтобы слизисерф помог тебе справиться со свинофырком. Тебе повезло. По берегам все еще валяются грузы, вышвырнутые из-под глади еще до апокалипсиса. Он думает, что эта башня-танкер напоролась на риф и утонула. Снаружи так светло. Работай на повышение. Осталось всего пара ходов. Соберись. Эта тварь вот-вот откинется. Бабах! Режь давай!
Ай-яй-яй! Здоровья почти не осталось. Ничему они не учатся. Эх, какая гадость. Смотри, куда ставишь лапы. В результате бурения на шельфе размытая дождем нефть попала в открытую гладь и в грунтовые воды. Долгосрочное воздействие всего этого на природу, как мы уже знаем, привело к нашему возникновению. Выровняй переключатели, чтобы они совпали. Осталось всего пара ходов. Соберись. Хорошо. Теперь напряжения хватит, чтобы запустить приводы и активировать каркас. Большая история — это сплетение малых историй. Слизисерф у него неплохо работает. У тебя будет спасеть и тени-крюк. Зато не будет брони и достаточно мощного двигателя, чтобы бороздить плотную слизь. На дне скопилось много ценного, так что спасеть поможет тебе все это спасти. Тебе просто нужно найти место. Губ говорит, что Гизмо придумал пушку для слизисерфа. Вместо пуль она пуляет кряклами. Эти пищалки отлично отвлекут свинофырка. Привет всем трем головам. И у тебя будет время, чтобы занять позицию. Лучший способ найти крякл — это поговорить с Бульком. Он отлично знает гладипелаг и все места, где любят плавать кряклы. Это значит, что тебе выпала честь навестить Булька в утонике. Он с легкостью тебе расскажет, где искать крякл. Он не уверен, но, возможно, кряклы остались от грузового гладихода, который затонул тут в стародавние времена. Их пищащий материал, должно быть, вытолкнул их на поверхность, когда сломалась коробка. Сколько блеска! На такой скорости слизь прекрасна. Добро пожаловать на гладипелаг, где горизонт покоится на прибрежной слизи. Ты бродишь вокруг Погбара. Это крупная деревня.
тот останется отметина. Говорит, что Шифу племени отправил их сюда, чтобы дать отпор племени соперников, терроризирующему их деревню. Не уверен, сколько еще выдержит деревня, если они продолжат нападать. Как будто чумы, обрушившейся на эти земли и уничтожившей все посевы, было недостаточно. Немного беспокоит, что их соперники надеются построить лучший мир путем террора. Шифу просил тебя помочь, так что приступай. Удивляется, что тебе уже пора. Плюется слизью скорее, чем она успевает его схватить. Древохлом – отличный строительный материал. Это утоника. Здесь живет бульк, как минимум. Посмотрим. Он почти уверен, что слышал о тебе раньше, хотя не помнит, что именно. Он спрашивает, есть ли у тебя что-нибудь выпить. Догадывается, что это не исключено, но он слишком долго живет в этом безумном мире. Иногда он приходит в смешательство, но не взбалтывается. Говорит, что в тебе явно есть жажда к изменению мира. К добру ли, к худу, он не уверен, но кажется, ты черпаешь жизнь полным стаканом, и тебе нравится ее вкус. Интересуется, найдется ли у тебя время, чтобы помочь ему утолить жажду. Он был бы твердо счастлив от этой жидкости. Доброта твоя суть, так что ты ему не откажешь. В любом случае, он надеется, что ты найдешь способ промочить горло, прежде чем мир погибнет от засухи и оставит нас всех жаждущими большего. Говорит, что жизнь похожа на таинственный напиток. Иногда удивительный, а иногда ужасный. Но в любом случае невозможно оторваться, пока жив. Конечно, но это не быстро и не легко. Кто хочет остановиться, чтобы пожевать?
Хочет поднять бокал за то, чтобы тебе удалось немного привести мир в порядок. Уважает твое стремление помочь миру, даже когда надежды почти не осталось. Понимает, почему вы нашли общий язык с племенем Мириад. Они любят мирные напитки, как и ты. Говорит, что продает им выпивку. Обычно они пьют ее в одиночестве. Но кому есть до них дело? Говорит, что у тебя настроение тоже было бы не очень, если бы тебя обломали с горячительным. Глюктвейн, Ерундмейстер и его любимый радиевый сироп. Он сейчас еще крепче, ведь его выдержали в радиоактивных цистернах и все такое. Без выпивки и особенно без радиевого сиропа он не может двигаться, а тем более думать, так как сила ума прямо пропорциональна количеству выпитого сиропа. Вот почему его называют бульком. Напиток помогает ему забыть, что творится с этим миром. Но это ненадолго. Мир все равно обречен, даже если взойдет солнце. Говорит, что почти все от этого тупеют, но он не возражает. Он сообщает, что у него и другие увлечения есть. Например, он самопровозглашенный главный орнитолог Гладипелага. Даже в эти темные времена есть и другие способы снять стресс помимо холодной выпивки. К счастью для тебя, он может помочь. Приятно наблюдать за полетом пипсов. Но еще лучше такие штуки, на которые не только смотришь, а еще и трогаешь. Например, кряклы. Такого пожамкать, и вот он расслабон. Они лучше плавают, чем летают. Так что ты наверняка сумеешь поймать несколько. Даже крылья отращивать не придется. Лучше скользить по волнам, чем под ними. Там вон перспективный электрохлом валяется. Крякловая лощина. Тут одиноко и пусто. Осторожнее со слизью. Thank you.
Заперто наглухо. Это тебе пригодится. Когда надо поразить одновременно несколько целей. Выровняй переключатели, чтобы они совпали. Осталось всего пара ходов. Соберись. Хорошо. Теперь напряжения хватит, чтобы запустить приводы и активировать каркас. После этого тебе понадобится полотенце. Тренировки помогают. Thank you.
В этом что-то есть. Вроде держится. Крякл вышло так много, что боезапас у слизисерфа будет почти бесконечным. Гоб говорит, что свинофырк при нем оттяпал ногу у Жескису, так что с этим мироедом у него личные счеты. После этого Ужескис начал вместо ног полагаться на голову и придумал план, как лучше всего разобраться с мироедами. Главное, чтобы не пешком. Я тупо был. Вот так ему и поручили перестроить слизисерф. Он, похоже, рад поговорить. Вы с Пичу сработаетесь. Ведь единство и борьба противоположностей лежат в основе всех вещей. Удивляется, что тебе уже пора. Он, похоже, рад поговорить. Желает тебе доброго пути.